Сегодня 23 апреля. Участок серовой пшеницы. Это сорт Риза. Предшественник соя. Первый срок сева. 5 апреля. То есть получается, пшенице понадобилось 18 дней, чтобы приобрести хотя бы вот такой вид. А есть также второй срок сева. Отличается, ну так получилось, хотели в 10 дней, отличается где-то в 12 дней. То есть тому сроку получается где-то 5 дней, наверное, 5 дней пока. Ну, семена уже проросли, во всяком случае, я сегодня смотрел, то есть уже 3 корешка есть, почва теплая, поэтому я думаю, что, конечно, всходы будут получены меньше, чем за там 17-18 дней. Ну, вот я имею в виду до такого состояния.